Акваферма Антона Алексеева была основана в 2018 году. Здесь, в установках замкнутого водоснабжения, выращивают деликатесные виды рыб – осетра и форель. По результатам 2021 года общий объем выращивания составил более 35 тонн живой осетрины. Кроме того, на ферме выращивают бюджетные виды рыб – тиляпию и карпа. Свою продукцию акваферма поставляет на рынки, в розничные магазины и рестораны. При этом бюджетные виды рыб выращиваются на кормах отечественного производства. А для деликатесных уже ищут замену импортных кормов среди стран-партнеров и отечественных производителей. Фермерское хозяйство продолжает наращивать мощности. А в планах начать разведение еще и арктического гольца. Хороших вам новостей!